Теперь посетить зимний сад можно с двойной пользой, насладившись не только благоухающей зеленью и пением птиц, но и изящными красивыми работами в исполнении талантливых брестских мастеров. Лучшие рукодельницы, кулинары, ремесленники уже во второй раз презентуют здесь свое рукотворное творчество. Среди участников вернисажа ярмарки – люди разных профессий, разных увлечений, которых в этих стенах объединила любовь к прекрасному и жажда создавать что-то новое и интересное. Сегодняшняя выставка, ярмарка изделий ручной работы для нас, для мастеров, это возможность выразить себя, возможность показать свое настроение на предновогоднее, которое мы показываем в своих работах. Для горожан, для брещан это возможность купить какой-то приятный сувенир. Я специализируюсь на глине, на керамике, в основном как бы люблю лепить, поэтому такой круг интересов. Я просто работаю, значит, с глиной, как бы такое уже разработанное, отработанное изделие выполняю. Ну, оно уже отработано до автоматизма, поэтому я просто в процессе работы. Такая возможность у талантов Брещины появилась благодаря тандему сотрудники зимнего сада «Профсоюзы». Именно они помогли организовать все таким образом, чтобы работа ярмарки, а это, к слову, выходной день, совпала с час-пиком посещения зимнего сада. Тем самым брещане могут не только оценить по достоинству талант земляков, но и приобрести небольшие памятные сувениры к Новому году и Рождеству. Это один из способов не только привлечения сюда для того, чтобы пришли люди в зимний сад, посетили его, но и для того, чтобы немножко наши население научилось каким-то занятиям в свое свободное время. Мы проводим и мастер-классы. Каждый мастер прямо на месте может показать, с чем он работает, как он работает, какие у него работы получаются. Кстати, для тех, кто не смог посетить мероприятие в эти выходные, организаторы советуют не расстраиваться. Все еще впереди. Возможность познакомиться с выставкой-ярмаркой и интересными мастер-классами у вас еще будет. Расписание мероприятий размещено на входе в зимний сад.